Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 23 июля. В этот день, в 1994 году, на стадионе имени Кирова состоялось торжественное открытие третьих игр доброй воли. В ходе игр было установлено несколько мировых рекордов. Среди тяжеловесов россиянин Сергей Сырцов установил три высших достижения в весе до 99 килограмм в рывке, толчке и общем зачете. А на счету Андрея Чемеркина два рекорда в супертяжелом весе, установленных в рывке и толчке. Больше всего медалей на играх завоевал гимнаст Алексей Немов, на счету которого 4 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Третьи игры доброй воли завершились 7 августа 1994 года.